В гостях Дмитрий Глуховский, большой российский писатель. Сегодня мы будем говорить о его новой книге «Мы. Дневник падения». Ну и не только. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Спасибо за комплимент авансу, за величину мою писательскую. Да. Хочется слышать, приятно. Я думаю, что большинство нашей аудитории, в общем-то, эту оценку разделяют. Вы очень много пишете в своей новой книге о влиянии пропаганды, в том числе на людей, которые умеют мыслить критически, и в том числе даже на вас. Что можете сейчас посоветовать тем, кто хотел бы разобраться в происходящем, кроме как прочитать вашу книгу? Большая проблема, мне кажется, заключается в том, что в целом та аудитория, которая готова прислушиваться к альтернативным точкам зрения, ну, скажем так, к точкам зрения альтернативным российской пропаганде, она эту информацию уже потребляет из YouTube, и образовался, так сказать, достаточно обширный, разнообразный сегмент русскоязычного информационного YouTube-вещания, скажем так, в пику телевизионной пропаганды, преимущественно из людей, которые уехали с началом войны или даже еще раньше за рубеж, и теперь это большое количество, помимо медиа, которые так или иначе аффилированы с западными государствами, помимо осколков какого-то независимого вещания, это вот целая такая плеяда независимых вещателей. И они достаточно активно и разносторонне освещают происходящее, и контраст с тем, что можно услышать сегодня в российских государственных медиа, даже которые еще как-то пытаются держать марку частных медиа российских, типа там РБК какого-нибудь, огромен. Другое дело, что давно произошла уже такая сегментация и окупливание, что ли, людей в их собственных информационных пузырях. И проблема не в том, что нет доступной информации для тех, кто хочет ее найти. Проблема заключается в том, что многие люди не хотят искать информацию, которая бы выбивала их из комфортного какого-то статуса кво эмоционального. То есть люди, которые решили для себя, что они не видят своего будущего без России, и при этом, понимая, что они никак на происходящее в России повлиять не могут, начинают закрывать себя, изолировать себя от всех информационных сводок, которые каким-то образом для них могли бы быть тревожными. Перестают читать новости о войне, перестают читать новости о репрессиях, перестают читать новости о, там, не знаю, там, беспределе каких-то про путинских силовиков относительно всех людей, которые хоть как-то минимально выступают против войны, перестают читать новости о реприватизации, национализации и так далее, и окукливаются, герметизируют себя в каком-то потоке новостей либо личного характера, либо положительных новостях. Вот. И не хотят вообще из этого кокона никуда вырезать, понимаете? Пропаганда, в свою очередь, то есть понятно, что когда государство оказывает такое существенное давление и психологическое, и юридическое, и внеюридическое, и силовое на людей, объясняя им, что за минимальную нелояльность им придется как минимум жить все время в страхе последствий, а как максимум эти последствия на себе ощутить, жить в этом ощущении людям очень некомфортно, и поэтому они предпочитают себя от этой информации всячески ограждать. То есть те, кто хочет пропаганде противостоять, имеют массу способов это сделать. Достаточно просто в YouTube, который все еще в России не заблокирован, зайти и несколько слов в поисковую строчку убить. Проблема в другом. Проблема в том, что люди избрали для себя, ну, такое, скажем, отшельничество информационное и существование в неком достаточно легко все еще создаваемом в России коконе из положительных или личных новостей. Да. Но, это, извините, конечно, я просто прерву вас. Но невозможно же бесконечно смотреть на реальность, которая отличается от картинки, которую тебе транслируют через там государственные медиа или там развлекательный какой-то контент, стендап-комики, которые там обходят какие-то острые темы. Вот невозможно же бесконечно существовать в таких условиях. Ну вот 450 тысяч погибших и раненых, согласно данным британской разведки, британского министра, министерства обороны, такова цена, которую пока что Россия заплатила за войну с Украиной. Это значит, что в стране есть все еще 140 с чем-то миллионов людей, которых, ну, в зависимости от того, верите или не верите официальным переписям населения, которых война, ну, пока еще не искалечила лично, да. Допустим, мы прибавим сюда членов семей, там умножим на 4, это несколько миллионов пострадавших или почувствовавших на себе войну, почувствовавших потери с этим связанные, да. Допустим, в целом 10 или 20 миллионов человек в стране ощутили на себе войну, потому что они либо потеряли в ней, на ней кого-то, либо сами пострадали, либо, наоборот, воспользовались теми возможностями, которые государство дает, и там поехали на заработки, условно говоря, убивать ни в чем не повинных людей. И получается, что там, ну, 4/5 страны или даже больше никаким образом на себе войну не почувствовала совсем, и в особенности большие города, где все еще предпринимаются огромные усилия для того, чтобы люди, ну, в Москве и Петербурге, например, эту войну не чувствовали. Тем самым, как бы, та шизоидная картина, когда там пропаганда создает некую реальность военного времени, а при этом городские власти и федеральные власти делают все возможное, чтобы политически потенциально активный, там, допустим, средний класс никаким образом на себе эту войну не чувствовал, да, а люди менее обеспеченные, наоборот, через финансовый стимул оказывались в эту войну втянуты и поддерживали государство. Но в этом вся картина все еще как бы возможна и допустима. Ну, то есть, по примеру, просто лично знакомо. Не только есть люди, которые из России уехали, но и люди, которые в Россию вернулись и говорят, что уехав, да, первый год войны, а на второй год вернулись. Ну и говорят, что, ну, в общем, жизнь как жизнь, да. Не видят они ни какой-то массовой провоенной мобилизации, никакой человеконенавистнической там фашистской истерии, не видят никаких. Ну, то есть просто, по большому счету, все вернулись в свою привычную жизненную рутину. И если не читать новости из бугра, скажем так, да, или новости последних еще недобитых
честных, свободных журналистов в России, хотя бы в их там блогах, то кажется, что жизнь прежняя. Сколько будет у власти возможность эту иллюзию поддерживать, и желание самое главное, да, потому что в какой-то момент, когда начнет истощаться материальная база, выбор будет только один. Это тотальная мобилизация. Мы, в принципе, видим, что наметки к этой мобилизации уже как бы начинаются. Да, мобилизация имеется в виду не только призыв, а мобилизация, перевод ментальности страны, ментальности нации на военные рельсы, когда ты не можешь, и тебе не дозволено уже будет в комеди-клабе притворяться, что войны не существует, да, обходить эту тему стороной или даже как-то ее аккуратно обшучивать ради снятия напряжения. То есть, когда будет заканчиваться материальный ресурс для, условно говоря, подкупа русского человека для того, чтобы его на фронт отправлять не принудительно, а за деньги, в этот момент, я думаю, что власть перестанет притворяться, перестанет позволять людям притворяться и поддерживать себе иллюзию, что все нормально, и тогда вот будет переход страны в тотальную ненормальность. Хорошо. Я думаю, что этот момент не за горами, в принципе. Хорошо, смотрите, вы сейчас говорите про тех, кто вот затаился, например, и у них беда только еще на пороге, но вот в книге вы также писали очень много о том, что есть часть граждан, которым очень были нужны победы, там самые разные, вот спортивных в 2014 году, но признание со стороны там западных стран, военные позже победы. А вот спрос вот этих людей, можно вот эту жажду каких-то побед чем-то заместить, удовлетворить и сделать их какими-то, не знаю, более открытыми к миру? Вы знаете как, ну, во-первых, безусловно, да, и, скажем так, та открытость, которую Россия продемонстрировала миру во время футбольного чемпионата, принимая его и готовность удовольствоваться какими-то достаточно символическими спортивными победами, безусловно, подтверждает тот факт, что, во-первых, нынешнее принуждение властью страны к угрюмости, к озлобленности, к попытке ее втравить в какую-то милитаристскую фашистскую истерию, и то, что это не находит отклика столько времени спустя и такое количество часов телепропаганды, совершенно ошалело, озверело человеконенавистнической, то, что глубокого народного отклика на это мы до сих пор не видим, говорит о том, что стремление к нормальности у нашего человека все-таки гораздо больше, чем стремление к удовлетворению каких-то имперских амбиций. Да? Эти имперские амбиции, мне кажется, в целом сами по себе в очень большой степени телевизионной пропагандой и нашему человеку навязаны. То есть желание нормальной человеческой жизни и скрытое, подспудное, неосознанное все еще желание ощутить человеческое достоинство свое, уважение к своим правам, оно гораздо больше, хотя оно и не артикулировано, чем потребность заместить это все удовлетворением каких-то надличностных национальных имперских амбиций. Вот. И я уверен, что обычному человеку совершенно не нужна победа в этой войне. Он на победе в этой войне не обрадуется, и проиграв эту войну, он не сильно расстроится. Единственное, мне кажется, что стоит здесь упомянуть, чего опасаются и представители элит, и в той или иной степени опасаются, может быть, из-за того, что представление было навязано им, обычные люди, люди там среднего класса и, может быть, более бедных каких-то прослоек, это то, что, проиграв войну, Россия как бы окажется в положении проигравшей войну гитлеровской Германии, и за все придется отвечать. И вот эта боязнь отвечать, понимая, что на самом деле, несмотря на все заверения пропаганды и власти, что либо война была оправдана, либо что война была не, ну, как бы неизбежна, и выхода другого не было, и нас в эту ситуацию загнали, и не так, ну, а иначе бы, и не сейчас, а позже бы, но в любом случае в этом есть как бы наша безвыходность и наше предназначение. Люди до известной степени готовы формально с этим согласиться, но согласие это такое скорее вынужденное. Есть нежелание на национальном уровне испытывать чувство вины, есть подспудное, разумеется, понимание огромного греха, которое страна взяла на себя, не рискнув сопротивляться воле власти. Есть желание всячески от этого чувства вины, от, собственно, самой вины увильнуть. И есть желание, то, что называется, раз мы начали, надо закончить, надо довести до конца, то есть привести эту ситуацию, где мы, безусловно, глобально неправы, к какому-то хитрому выходу, где нам, по крайней мере, не предъявили за это. То есть мы, правды нашей стране нет, но в нашей стране должна быть сила, и мы, мобилизовавшись, принудим их, коллективный Запад, Украину, прогрессивную общественность, золотой миллиард, как бы, you name it, к тому, чтобы, по крайней мере, с нас сняли претензии. И мы не чувствовали бы, и дети наши не чувствовали бы себя, как немцы, виноватыми в нескольких поколениях. А мы могли бы все отыграть назад. Вот такое есть желание. Можно ли это на что-то как бы другое заместить? Можно ли это потребность просто в человеческом самоуважении, ощущении собственной какой-то, по отношению к своей власти, ущербности, как по-другому удовлетворить? Конечно, можно. Конечно, можно. Но, видимо, это не будет делать эта власть. Хочу власть поставила все на карту. Она, как мы знаем, рискнула не только уже своей репутацией и своими отношениями с Западом, но и своим местом в истории, исторической памятью о себе, возможно, своими там головами, своими состояниями и так далее. Вообще, честно говоря, мне кажется, что подлинная мотивация этой войны заключается в том, что это война за наследие. То есть, начиная войну, которую подают населению как сакральную и экзистенциальную, власть, путинский режим, Путин лично, намеревались себя тем самым, испытывая очевидный недостаток легитимности, да, учитывая, как проводились на пеньках конституционные реформы, продлевались, помимо всякого допустимого, в бесконечность сроки президентской власти, возможно, и так далее. То есть очевидный огромный недостаток легитимности. И ощущение, в частности, благодаря
борьбе Алексея Навального за признание власти нелегитимной и ее капиталов нелегитимной, методов власти нелегитимными, это ощущение становилось все более массовым. И нужно было чем-то это все ощущение перебить. Когда ты утверждаешь по всем каналам своим пропагандистским, что страна находится в состоянии экзистенциальной войны, войны за выживание, за самосохранение, а страна у русского человека слепляется в одно государство, а государство с нацией, с народом, как бы, типа это все одно, хотя на самом деле совершенно разные вещи. И когда пропаганда навязывает представление о том, что на кону стоит не только выживание режима, но и выживание государства, потому что государство и есть режим, и выживание народа, потому что народ и есть государство, и что если мы сейчас не одержим победу в этой войне, то последует крах всего, а если мы одержим победу, то это сакрализирует тем самым правителей, это сакрализирует тем самым элиту и позволит, полностью преодолев кризис легитимности, дальше этой элите править бесконечно. Да? Не будем забывать о том, что людям, которые сейчас находятся во власти в среднем 70+, это Путин и его ближайший круг, то есть в течение 10 лет им нужно решить вопрос передачи власти своим детям. Дети эти, как мы видели, очень мягкотелые, неубедительные, и если, ну, там, поколение родителей, мы понимаем, что это люди, закаленные 90-ми и службы в органах, достаточно отчаянные и, в общем, готовые на все, то дети у них, ну, как часто бывает с детьми излишне доминантных родителей, на них, в общем, положиться нельзя. То есть задача прежде всего, а, ну, как бы, на кону стоит же не только власть сама по себе, а на кону стоят триллионы, как бы, совокупных состояний этой элиты, триллионы долларов, которые нужно вместе с правом на владение страной, со всеми там крепостными активами и этими самыми триллионами передать дальше. И сделать так, чтобы ни у каких поколений следующих оппозиционных политиков не было возможности поставить под сомнение легитимность передачи власти этого наследия. То есть, по большому счету, война в Украине нужна была для того, чтобы, одержав в ней победу, сакрализировав эту победу, сакрализировать режим, представить его как священный, сакрализировать всех основных его действующих лиц, и тем самым обеспечить бесшовную, мягкую передачу власти и, самое главное, наследия активов к следующему поколению. Дать им возможность за 10 лет после войны, когда будет создан новый национальный миф, зиждущийся на покорении непокорной Украины, дать им возможность устояться и тем самым обеспечить формирование долгосрочной стабильной элиты, да, и решить вопрос нелегитимности ее. Вот для чего, собственно, эта война в первую очередь была нужна. Спасибо. Ряд издательств, хочу вернуться к книгам, уже отказываются выпускать книги опальных авторов, и ваши книги отдельные, особо рьяные продавцы до этого пытались там прятать, упаковывать в какие-то непрозрачные... Там, нет, они соблюдали законодательство, потому что я, поскольку иноагент, книги иноагентов должны быть упакованы в непрозрачную какую-то оболочку. Это мы говорим о тех, кто соблюдали законодательство, а есть те, кто и по своей воле старались убирать куда-то на главную, с главной полки, например. Вот забавный случай произошел со спектаклем «Текст», который еще задолго до объявления меня иноагентом, только в тот день, как объявили меня в розыск в России Следственный комитет, они сразу превентивно сняли мой спектакль с программы, да, и перестали его показывать в театре Ермоловой. Потом я увидел, что театр Ермоловой теперь подшефный театр Следственного комитета, и понял, что действительно ситуация у меня получилась немножко шизоидная, когда подследственный в театре, который сам подшефный Следственного комитета, что-то там какой-то перформанс дает, да, и они решили вот так от этой двойственности избавиться. Ну, в общем, выбрали, как бы, как обычно, Василькова Колыша, но кто их, в общем, за это в России осудит. Ну, вот вы видите, очень много с разных сторон пытаются сделать так власти, чтобы авторы не имели доступ к своей аудитории в России. Вы верите, что вам однажды, возможно, придется попрощаться с большей частью аудитории в России? Знаете как, ну, во-первых, я со своей стороны всегда делал все возможное, чтобы тексты мои распространялись помимо желания и ведома книготорговцев бесплатно и непосредственно в интернете. Книги всегда лежали там и на моих собственных сайтах, и там, в телеграм-каналах и так далее. Да, там, на моем собственном телеграм-канале выложены практически все книжки мои в открытом доступе. И какое-то количество книг уже напечатано и циркулирует, и поэтому все те основные вещи о взаимоотношениях власти и общества, которые я хотел людям сообщить, они на самом деле уже сказаны в книгах, которые вышли, которые сейчас у людей дома на полках стоят. Да? Если кто-то захочет, конечно, их при превентивном порядке выбросить, сдать макулатуру или сжечь, это одна история. Но мне кажется, что и очень свойственно России такое сопротивление ползучее, жизнь с фигой в кармане, и такое двоемыслие, когда ты на публике говоришь одно, а своим друзьям и близким говоришь другое. Да? И книга для этого бумажная, в отличие от многих других медиа, очень подходящий, в общем, сосуд для хранения запретных знаний. Потом мы себя очень часто через книгу ведь каким-то образом определяем, то есть любимая литература является для нас одним из критериев, по которым мы свою личность определяем, оцениваем, и говоря другим о себе, мы говорим о своих любимых произведениях, о своих любимых книгах. Поэтому я не думаю, что с книгами люди будут так легко расставаться, честно говоря. И потом у всех все равно есть надежда, что морок, который сейчас Россию окутал, недолговечен, и что он привязан к времени физического существования верхушки режима, да, и когда они будут дряхлеть и уходить, так или иначе, следующее поколение
наших властителей, неважно, будут ли они выходцами из элиты или будут они какими-то пришельцами извне революционным путем, а захотят отстроиться от всего этого душного, регрессивного, архаического наследия, которое нам сейчас навязывают. И тогда это все вернется, и не имеет смысла книги выбрасывать и жечь, потому что надо просто позволить им припрятать их у себя и позволить им нынешние времена темные пережить. А вот если мы сейчас вернемся к этим темным временам, я хочу про вашу новую книгу поговорить. Там глава, которая называется «Это не ваша война», она частично процитирована в вашем уголовном деле. Тут я напомню, что Дмитрия судят по статье о распространении фейков об армии. Да, осудили. И тут, опять же, я должен уточнить, что фейками суды в России признают любую информацию, которая не соответствует официальным сообщениям Минобороны, и неважно, что это может быть правдой. Так вот, ждете ли вы уголовных дел за то, что кто-то будет читать вашу новую книгу, захочет подарить кому-то, соответственно, экземпляр? Ждете ли вы, что ваши читатели могут стать фигурантами таких уголовных дел? Вы знаете, мне кажется, что в данный момент эти опасения немножко утрированы, чрезмерны, но мы не можем с вами предполагать, как жизнь будет развиваться в следующие 2-3 года. Власть во многом, то, что происходит, вот эти репрессивные меры, которые принимаются, это возможно во многом просто избыточные. Параноидальная реакция на ситуацию, которая развивается, власть просто старается подуть на все источники горячей воды, обжегшись на молоке, понимаете, и любой там брошенный окурок видится немедленно им как призрак грядущих лесных пожаров, и они вот за каждым окурком бегают взводом ОМОНа и затаптывают их берцами, как бы даже если этот окурок был брошен на асфальт. И искры свободомыслия, которые, в общем, также рассыпаются, они вытаптывают с не меньшим, значит, ну, рвением и усердием. Вот. Поэтому будут ли они преследовать моих читателей за чтение моих книг? Но я думаю, что мы еще не в этой точке находимся. И слишком многое остается непредсказуемым для того, чтобы пытаться прогнозировать, что будет дальше. Вот. Но пока я думаю, что книги можно читать без всяческих опасений. Каким-то удивительным образом наша власть, то есть поскольку она такая, ну, шизоидная, да, и одной своей головой гидра говорит одно, а другой своей головой гидра говорит другое, значит, телевизионными головами предлагают стереть Париж и Берлин, там, и Лондон, и Нью-Йорк в ядерный пепел, а другой усатой головой, значит, представители западных стран все еще называются партнерами. И сигналы, которые власть отправляет различным аудиториям, часто взаимоисключающие и противоположные, и в этом как бы и есть стратегия ее, поэтому что там они на самом деле думают, мы не знаем. Да? Но, в общем, при этом не отпускает ощущение, что они где-то в глубине души надеются все еще на нормализацию с Западом, и поэтому открыто уже преследуя политических активистов давно, включая их убийства, и все более открыто преследуя журналистов. Что касается деятелей искусства, то, ну, власть пока как-то делает чуть-чуть стеснительно. Да? Я думаю, что стеснение это очень напускное, и вопросы здесь стоят сугубо прагматически, как лучше воздействовать на людей, на каких на людей воздействовать для того, чтобы удержать ситуацию под контролем. Я не согласился с вами. Ваш пример, там, пример Акунина, все вот эти уголовные статьи, это уже, по-моему, совсем не стеснение. Нет, она диктатура, да, но как бы вот еще пока писатели не убивают, скажем так. Дай бог, чтобы до этого не дошло. Я опять хочу вернуться к книжке, к главе, которая называется «Письмо в Басманный суд», и там вы отдельно пишете о статье о фейках. О том, что когда не получилось расчеловечить граждан Украины, власти начали расчеловечивать граждан России, в том числе вот с помощью этой статьи, с помощью запрета называть войну войной. Как вы думаете, вот таким образом, сколько их расчеловечат, сколько людей не сломаются, и смогут ли запропагандированные вернуться в нормальное состояние? Или здесь я другую вашу книгу процитирую, как вот в книге «Пост». Один раз эту молитву услышал, и обратной дороги нет. Мне кажется, очень многое зависит от того, насколько вот мы сейчас в предыдущем пассаже с вами обсуждали, то, как люди себя начинают отождествлять с прочитанной книгой. Вот я — это то, что я люблю. Я — это то, во что я верю. Я — это то, что я читаю. Вот эта вот вещь меня сформировала, да? Я — это Бог, в которого я верю. И те стержневые вещи, с которыми человек себя приучается отождествлять, для него становятся принципиальными. И он иной раз готов за это даже пожертвовать жизнью. Вот. Потому что это, ну, оказывается для него эмоционально невероятно важно в какой-то момент. Те люди, которые полностью все поставили на карту и которые готовы были жертвовать собой или которые потеряли близких и ничего взамен не получили, возможно, кроме какой-то материальной компенсации, на этой войне удивительным образом, чем больше человек оказывается вовлечен, тем спонтанно, интуитивно более вероятен тот шанс, что даже если война будет проиграна, он и есть эта война, он для себя решил, что он себя определяет как кто-то, там, допустим, русский, там, россиянин, который противостоит враждебному воздействию Запада, и в этом и есть смысл его жизни, это и есть он, то такие люди, конечно, даже если Россия войну там катастрофически как-то проиграет, все равно, скорее всего, в этом не разочаруется. Другое дело, что абсолютное большинство людей занимают позицию обывательскую. Я думаю, что они находятся просто в ощущении себя достаточно несостоятельными, не сильными для того, чтобы с режимом бороться, и не видят никаких для этого возможностей, поэтому говорят, ну, значит, вот мы живем в такой стране, ну, и там и деды наши жили в такой стране, и отцы наши жили в такой стране, надо приучаться ее любить. Вот, ну, вот есть то, что есть, в общем, с тем и работаем. И они ищут поводы для гордости, потому что никто не хочет находиться в конфронтации с системой, если не обладает необходимым стержнем для этого, или не хочет жить в состоянии страха. То есть люди начинают оправдывать себя и выискивать себе, ну, и моральное оправдание, и какие-то применяют когнитивные приемы для того, чтобы объяснить себе там свое бездействие или свою
декларативную и пассивную поддержку происходящего, при том, что, очевидно, совершенно это нарушает какие-то базовые человеческие этические нормы, да, потому что людей убивать нехорошо, мы знаем, грабить нехорошо, мы знаем, воровать нехорошо, сжигать чужие дома нехорошо, мы все это знаем. Но давайте как бы прислушаемся к объяснению власти, почему в данном случае это допустимо, почему я не должен ненавидеть своих соотечественников, которые относительно невинных совершенно, очень похожих на нас до неразличимости украинских людей, все это осуществляют, как я все это себе объясню. Но это, опять же, не глубинное убеждение, это просто когнитивные стратегии, которые, тактики скорее, которые люди применяют для того, чтобы сохранить некий баланс и сохранить свой рассудок и так далее. Дальше они все равно продолжают существовать своими обычными повседневными жизнями и просто пытаются тем самым сберечь себя. Да? Абсолютное большинство людей, 99.9%, не герои, они живут не... То есть для них тот контекст, который формирует пропаганда, героический, патриотический, контекст мировой борьбы и так далее, в особенности для России, которая последние 30 лет все еще существует в состоянии идеологического похмелья, приходя в себя после 70-летней индоктринации советской пропагандой. То есть, в принципе, глобально было доверие к пропаганде подорвано давно уже. Представление базовое о том, что государство лжет, всегда было и остается. Но поскольку государство сейчас наказывает за любое проявление понимания ситуации, и говорит тебе, ах ты вслух говоришь, что мы врем, ну мы тебя сейчас нахлобучим. И нахлобучивают. Начинают с заметных каких-то персонажей, но выдергивают также и наказывают и рандомных людей, чтобы каждый мог гражданин на себя это примерить. Да? То есть, ну понятно, что там писатели то, там артистов то, а я что простой человек. Ну вот сейчас мы педиатра за это накажем, 70-летнего, там еще кого-то накажем, чтобы вы не думали, что мы простых людей, что мы до них не дотянемся. Мы дотянемся до каждого из вас. Ну вот люди живут в этом ощущении и понимают, что им лучше просто молчок или там где надо зигу кинуть, ну, значит, надо кинуть зигу, что делать, такая жизнь. И всегда такая была, и при советской власти такая жизнь была, и дальше такая будет. Это Россия, сынок. Вот, и, в общем, так и живут. Но как только государство пристает людей к этому принуждать, все с огромным удовольствием вернутся к нормальной жизни, как мне кажется. Другое дело, что последствия той рукотворной катастрофы, в которую правительство и Путин, государство, режим толкнули страну, втравили страну, они, разумеется, будут ощущаться. И да, это может быть один из пяти человек, живущих в стране, почувствовал это на себе, но это огромное количество. Только последствия эти будут не мгновенными, а замедленными. Да, и последствия для экономики, и последствия для национальной ментальности, и последствия для самовосприятия себя, самоидентификации себя как русским россиянином будут огромными и, мне кажется, губительными, и, возможно, катастрофическими, но все это будет отложено. Потому что война, разумеется, любая, но и в особенности неправедная, является гигантской травмой. Война, которая основывается на очевидной каждому человеку лжи, и когда ложь эта не унаследована тобой, не впитана тобой, и не, в детском саду, и не кажется тебе единственно приемлемой картиной мира, как было при советской власти. А когда происходит резкая смена курса, и вещи, которые еще вчера казались абсолютно не соответствующей реальности, сегодня проглашаются как единственно верные, то есть все равно это приводит и к кризису самоуважения у людей, и к кризису системы этических координат, представления о добре и зле, допустимым и недопустимым, и, в общем, ну, вообще к ряду экзистенциальных кризисов. То есть эти последствия люди будут расхлебывать психологически. Это огромный стресс для самовосприятия, для любого человека, для нервной системы его, для его картины мира, мировоззрения и так далее. Это все будет. Да, просто, знаете, ну, вот в частности в книжке в этой, которая называется «Мой дневник падения», да, про которую мы сегодня как бы поговорим, обсуждается такой эффект, что когда ты издалека смотришь на исторические события, они как-то схлопываются, все спрессовываются в такую очень, ну, не толстую папочку, дата, и тебе кажется, что это как-то промелькнуло все. А когда ты все эти события проживаешь в прямом эфире, выясняется, что, ну, за катастрофой там в армии не сразу следуют чистки. Вот как только началась война, и российская армия очень быстро себя разоблачила, и стало понятно, что она вовсе не так хороша, как говорили военачальники, и на самом деле это дезорганизованная, излишне жестокая, хаотическая и недостаточно человечная сила, которая способна на совершение военных преступлений и не способна к выполнению боевых задач, казалось, что вот сейчас-то чистки последуют в командном составе и в там, элитах страны немедленно. А выяснилось, что это все на 2 года откладывается, на 3 года откладывается, да? То есть ты-то из учебников истории знаешь о прямой связи между событиями и последствиями, тебе кажется, что они сразу случаются. Но в жизни это все растягивается и замусоривается другими фоновыми событиями, и хотя итог такой же, как и в учебниках истории, но в какой-то момент из-за того, что движение к ним не прямое, а вот такое чуть хаотическое, право-лево, и все равно приходит к тому же результату. Но пока оно вот так вот мечется вправо-влево, тебе кажется, ну вдруг все-таки будет не так в этот раз. Вдруг у нас там какая-то особенная история. Вдруг кончится не тем, чем заканчивается обычно. Но кончится тем, чем заканчивается обычно. Практический вопрос про книгу. Вы себе ставите какую-то планку, сейчас я буду спрашивать про аудиторию в России, когда вы будете для себя считать, что «Мой дневник падения» — это успешная книга вот по количеству бумажных экземпляров, которые попадут в Россию, или по количеству там скачиваний и покупок из-за границы? Вы знаете, ну это не та книга, которую, мне кажется, надо вообще критериями успешности судить, да? И я хочу сказать, что не к каждой своей вещи отношусь обязательно так, что если это не успех тиражный или не успех количества просмотров, то это того не стоило. Очень многое из того, что я делаю, и в особенности в последнее время, оно просто, скажем так, является результатом некой работы, некого времени, проведенного мной в осмыслении реальности, и просто, ну, просится, условно говоря, там, на бумажный лист или на экран, и
я не предъявляю таких требований к этим произведениям. То есть вот если X количество человек не посмотрит, то зря я этим занимался. Нет, не занимался не зря, потому что я просто за это время определенные вещи как будто бы для себя понял, и хочу поделиться этим с теми, кто, ну, готов слушать. Мне просто кажется, да, очень важно, чтобы люди ее услышали, чтобы и молодежь, например, которая, я так понимаю, что ни вы не видели бюллетеней там без Путина, ни я не видел бюллетеней никогда без Путина, а люди, которые родились вообще после 2000 года, которые живут уже, они не видели независимых медиа, если брать телевизор. Вот им важно прочитать эту книжку, и, может быть, я идеализирую ситуацию с своей стороны. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей, желательно с карандашиком, прочитали, обсудили с там, друзьями, коллегами. Вы знаете как, я просто отталкиваюсь от примера запрещенных или неразрешенных публикаций в советское время книг, которые, тем не менее, через устные рекомендации, условно говоря, дорогу к своему читателю находили. И здесь у меня надежда только такая, что вне зависимости от того, будет ли книга в открытую в России запрещена, а это мы можем предположить, она каким-то образом, ну, просочится в электронной форме или в виде каких-то контрабандно завезенных экземпляров, и будет теми, кто готов это слушать, услышано, и теми, кто готов это прочесть, прочтена. Понимаете, но опять же, здесь как бы проповедовать можно слушающим людям. Как бы, если люди не готовы тебя слушать, то ты им не откроешь глаза ни на что. То есть должен быть сначала запрос на то, чтобы услышать точку зрения отличную от государственной пропаганды, ощущение того, что она лжет тебе, ощущение того, что она даже события, и прежде всего события твоей собственной жизни, объясняет неверно в корне, намеренно неверно, чтобы тебя запутать лживо. И тогда ты обращаешься к другим источникам в поисках правды. И поскольку в России всегда практически на протяжении сотен лет ее истории последним, но, мне кажется, всегда за тысячу лет истории, власть всегда была узурпирована людьми случайными, никакого отношения к чаяниям народа, по большому счету, не имевшими, которые сами в народе раскочегаривали, ворошили какие-то темные его стороны, потому что через это проще людьми помыкать, управлять и манипулировать. Но люди, как бы страну возглавлявшие, это всегда были проходимцы, и всегда это были люди глубоко случайные, испытывавшие огромный недостаток легитимации, легитимности. И по этой причине всегда им нужно было управлять людьми через дальнейшее их запутывание, через ложь, через отвлечение внимания на внешнего врага, через индоктринацию идеологическую или религиозную, как можно дальше уводить людей от основного вопроса, почему эти люди, эти фрики, эти кровожадные тираны, эти случайные пассажиры, почему они управляют жизнью нашей страны стольких поколений. И, разумеется, так или иначе, хотя этот вопрос всегда подавлялся репрессиями, у людей был огромный запрос на правду и на справедливость, потому что эта система по определению несправедлива, когда меньшинство, дорвавшись до власти, себя всячески там кремлевскими стенами, чистоколами, рвами, с крокодилами огораживает, у людей есть вопрос, как бы. И их отвлекают на то, что царь-помазанник Божий, и революция мировая неизбежна, и дедушка Ленин добрый, и все, и там Иосиф Виссарионович Сталин отец всех народов. Всегда проходимцы окружают себя огромным количеством мифов, которые должны максимально, как дымовая завеса, Кремль от народа спрятать, чтобы люди не знали, куда идти и где эту власть себе требовать. Конечно, они вынуждены максимально народ дурить, оглуплять, оболванивать, дезориентировать, чтобы народ не понимал механизм формирования власти и точки уязвимости, соответственно, да. Но у людей запрос на правду и у людей запрос на справедливость гигантский, да. И повторюсь, именно из-за существования этого запроса, который, ну, так удачно в последние годы своей деятельности оседлал Алексей Навальный, власть вынуждена была и там, отвинчивать вентиль избыточной религиозности, и обращаться к никому не нужной ультраконсервативной духовности какой-то, и православному, и не только православному, и других религий, тоже фундаментализму, пытаясь на него опереться, да, потому что как бы ультраконсерватизм защищает власть от любых перемен, и общество указывает очень четко на его место, там, в его личном каком-то закутке, где он тоже способен там, какой-то относительно своих близких насилие творить и так далее. Но запрос на правду и запрос на справедливость был всегда и будет всегда, он вшит в ДНК русского человека. Потому что русский человек угнетает. Извините, у нас просто остается совсем 30 секунд, я могу только сказать, что давайте удовлетворять и читать книжку «Мой дневник падения» Дмитрия Глуховского. Спасибо вам огромное за этот разговор.